די, עוד ואי די אלו ובאי, עוד ואי די לה, עוד ואי די ובדי די. אמלי מי, עד ואי, עוד ואי די ובדי, עוד ואי די לה, Добрый день! Сегодня мы обсудим одну из самых известных библейских историй. Истории про разведчиков, про людей, которых Моисей по слову Господа, или не точно по слову Господа, об этом мы сегодня тоже немного поговорим, послал исследовать землю Ханаанскую. Глава называется «Шлах». «Шлах» — это «отправь», «пошли». И для того, чтобы процитировать эту историю, потребовалось бы слишком много времени, поэтому я сделаю, что называется, избирательную цитату. Вот в этом нашем издании, однотомном издании Пятикнижия Торы, вы можете открыть 619-ю страницу или в любом другом издании, как и в этом, 13-ю главу. И, собственно, с самого начала этой главы мы начнем избирательно цитировать. «Господь сказал Моше, отправь людей, чтобы они исследовали землю Ханаанскую, которую я отдаю сынам Израиля. Отправьте по одному человеку от каждого отчего колена, и пусть это будут вожди». То есть 12 человек по каждому от колена. И это не просто представители колена, а главы колен, вожди колен. Моше отправил людей из пустыни Паран по слову Господа. Дальше перечисляется, как звали глав этих колен. Мы это пропустим. И, в общем, они сделали то, что им сказал Моше. Что именно им сказал Моше? Отправляя их исследовать землю Ханаанскую, Моше сказал им, идите в Негев, идите в горы, осмотрите эту страну, узнайте, какова она, каков живущий в ней народ, силен ли он, слаб ли, много его или мало, и какова страна, в которой он живет, хороша ли, плоха ли. Каковы города, в которых обитает этот народ? Лишены ли они стен или укреплены? Какова эта земля, тучная или тощая? Растут на ней деревья или нет? И постарайтесь принести плоды этой земли. А в то время была пора созревания первых гроздей винограда. То есть вот они получили точное задание от Моше. Надо сказать, что комментатор, которого мы часто цитируем, и надеюсь, когда-либо вы сможете прочитать его на русском, потому что мы работаем над подготовкой перевода этого комментария на русском языке. Дон Ицхак Абарбанель, знаменитый комментатор Торы конца 15-го, начала 16 века, подробно занимается этими вопросами. Надо сказать, что у Дон Ицхака Абарбанеля комментарий сам устроен как вопросы и ответы. И у него целых 8 вопросов и ответов по поводу этой истории. И надо сказать, что в своих вопросах и вариантах ответов он спорит со всеми. Он спорит со своими выдающимися предшественниками, Раби Шломо Ицхаки, Раши, Рамбаном, Раби Моше бен Нахманом, знаменитыми комментаторами Торы, и отвергает в своих ответах их варианты ответа и уделяет огромное внимание именно порядку вопросов, которые задал Моше. Например, он уделяет особое внимание, что какова эта земля, тучная или тощая, растут на ней деревья или нет, это такой провокативный вопрос, потому что, ну, кроме всего прочего, уже Всевышний сказал, что он ведет евреев, в народ Израиля, в землю тучную. И главное, непонятно, что такое растут на ней деревья или нет. Почему именно деревья, почему не пшеница, не ячмень? И он замечательно говорит, что эти последние два вопроса были для того, чтобы народ, услышав ответы на них, получил благожелательный ответ, поскольку хорошо было известно Моше, что египетская земля, которая была так любима многими евреями, которые оттуда были выведены, все в ней было хорошо, она была плодородная, но деревья в ней не росли. Дон Ицхак Абарбанель объясняет это особенностями климата, что для деревьев больше нужен воздух, а не столько вода, как это нужно для
урожая для пшеницы, ячменя и так далее. И поэтому земля египетская была богата злаками и крайне бедна на деревья. В отличие от этого, ханаанская земля наоборот. В ней были замечательные деревья, замечательные плоды. И впоследствии эти плоды, как мы знаем не только с картинок, но и из прямого текста Пятикнижия, такие были огромные, что их должны были нести двое человек, одну гроздь винограда. То есть Моше на закуску оставил рассказ о том, насколько замечательна эта земля, чтобы, что называется, народу понравилось, народ был воодушевлен. И, кстати, забегая вперед, Дон Исхак Абрабанель считает, что, изменив этот порядок ответов, не ответив так, как просил Моше по порядку, они, разведчики, совершили свой грех. Но это мы забегаем сильно вперед. Они пошли и исследовали страну от пустыни Цин до Рехова, что близ Лева Хамата. Они прошли в Негов и так далее, и так далее, и так далее. Дойдя до долины Эшколя, они срезали там вот эту самую лозу с одной гроздью винограда, столь огромной, что им пришлось нести ее на шесте вдвоем. Кроме того, они набрали плодов граната и смоковницы. Это место стало в дальнейшем называться Данилой Эшколь. Эшколь – это гроздь. Из-за этой самой грозди, которую срезали там сыны Израиля. Через 40 дней, 40 тут, конечно, говорящая цифра, мы о ней сегодня вспомним, осмотрев страну, они вернулись. Они явились в пустыню Паран, в Кадеш, к Моше, Аарону и всей общине сынов Израиля. Вернемся назад и прочитаем, что было написано изначально. Моше отправил людей из пустыни Паран. Мы тут ничего не слышим ни про Аарона, ни тем более про весь народ. Они же пришли и рассказали, поведали об увиденном Моше, Аарону и всей общине. Особенно всей общине тут важно. И это еще одна замеченная Дон Исхаком Абрабанелем их преступная черта поведения. Ну вот представьте, полководец или глава государства, царь посылает разведчиков. И они приходят, вместо того, чтобы секретное донесение доложить этому царю, собирают весь народ, народное вече, и начинают им докладывать. Это, кроме того, что неуважение к царю, это прямое нарушение указания, прямое нарушение, в общем, устава. И в данном случае понятно, почему они это сделали, потому что им важно было своим страхом, своим испугом поделиться со всем народом. Они рассказывали: мы пришли в землю, в которую ты нас послал, и оказалось, что она источает молоко и мед, и это ее плоды. Вспоминаем, да, то, что сказал Дон Исхак Абрабанель. Этот вопрос был последним: каковы там плоды и насколько плодородна эта земля, потому что это должно было быть на закуску, и это важно. Важно, что, как говорил Штирлиц, запоминается последнее. Вот это последнее они сделали первым, таким образом уже изменив стратегию Моше. Надо сказать, что Дон Исхак Абрабанель, ничтоже сумняшись, говорит, что Моше ошибся. Это такое смелое заявление для средневекового комментатора, что Моше неправильно рассчитал стратегию свою, что в результате получилось все не так, как он хотел. Гладко было на бумаге, но нарвались на овраги. Вот в результате его порядок не сработал. И вот они начали с хорошего. Да, это прекрасная земля, она источает молоко и мед, а это ее плоды. Однако народ, населяющий эту страну, силен. Города в ней очень большие и хорошо укреплены. А еще мы видели там потомков Анака. Дон Исхак Абрабанель на этом останавливается и говорит, сколько они там видели этих потомков Анака. Анак – это некий циклоп, гигант. Он говорит, что видели они буквально троих. Но если бы они сказали, мы видели троих потомков Анака, ну, как в известной присказке, 100 зайцев одного медведя завалят. Народ бы не так испугался. Но они тут не посчитали нужным говорить о количестве увиденных гигантов, а сказали, что они видели потомков Анака. Амаликитяне живут в земле Негев, а хеты, евусеи и амореи обитают в горах. Ханаанеи же обитают у моря и вдоль Иордана. Вот такой их довольно ужасный доклад. То есть земля прекрасная, и заметьте, в этом порядке прекрасность земли – это недостаток, потому что за эту землю будут бороться те мощные народы и в тех мощных укреплениях, которые дальше описываются. В общем,
Это то, что называется дебат арец. Это клевета, то есть злая информация, злословие, которую эти самые разведчики принесли евреям на землю обетованную, на землю, которая была обещана их предкам. Все ли 12 разведчиков так поступили? Нет, успокаивает нас пятикнижие Тора. Калиф пред лицом Моше успокоил народ. Успокоил — это в нашем переводе довольно литературном, там написано «газ». «Газ» — это «заткнул», то есть он их заставил замолчать. Представимая вполне картина. Услышав эти неутешительные вести, народ зароптал. И тогда калиф их заткнул, успокоил в нашем скромном переводе и сказал: «Мы непременно должны пойти и овладеть этой страной. Это нам по силам». То есть человек пошел и против разведчиков остальных, десятерых, как мы сейчас узнаем, и против народа, который уже возроптал. Наши комментаторы, Мидраш говорит о том, что почему именно он успокоил народ и чем он успокоил народ. Что он, кроме всего прочего, как объясняет еврейская традиция, был мудр двойной мудростью. В чем это была двойная мудрость? Он до этого самого момента, когда пошел поперек всей остальной мысли, которая в это время звучала, всей остальной идеи, он до этого делал вид, что он с ними заодно. То есть такая военная стратегическая мудрость. И поэтому, когда он вылез на бочку, что называется, когда он решил народу объяснить, в чем дело на самом деле и как все хорошо, его стали слушать. То есть ожидаю, что он будет заодно. То есть эти 10 разведчиков, которые решили во что бы то ни стало остановить народ от этого безумия, не идти в такую опасную землю, они были уверены, что он их поддержит. Поэтому дали ему говорить. И когда он сказал, что мы должны пойти овладеть этой страной, это нам по силам, да, заметьте, он не стал опровергать, он не стал говорить о чудесах, которые сделал Всевышний. Хотя, казалось бы, что надо сказать в первую очередь? В первую очередь надо сказать, что вы кого боитесь? Каких-то там гигантов, каких-то народов. А что до сих пор было с вами? Разве не самая мощная армия мира за вами гналась у моря Тростникового? Разве не фараон не хотел вас отпускать из Египта? Но вы же видели, как с ними замечательно справился Всевышний. Ничего про чудеса калиф не говорит. Он говорит: мы непременно должны пойти и овладеть, это нам по силам. Однако люди, которые ходили с ним, сказали: мы не сможем выступить против этого народа, потому что он сильнее нас. Это сама по себе ужасная фраза. Он сильнее нас, этот народ сильнее нас. Нашими мудрецами в Талмуде трактуется еще более ужасно. Дело в том, что эта фраза на иврите звучит так, что можно понять ее двусмысленно. Вот они сказали: «Кихозагу мимену», а сильнее нас, можно прочитать как «мимено», сильнее его, Творца. То есть они, хоть калиф и не говорил ничего про чудеса Господни, с точки зрения наших мудрецов, сказали, что и Бог с ними не справится, настолько сильны эти люди. То есть тут уже мы нащупываем их первые очевидные прегрешения, этих разведчиков. Потому что до сих пор то, что они рассказывали, это только с точки зрения комментария, который я пытался пунктирно обозначить, уже было неким заговором из-за того, что они изменили порядок доклада и так далее. Но, собственно, они делали то, что им сказали, но в другом порядке. Это еще не грех. Но вот тут, когда они делают выводы и говорят: эта страна, эти люди сильнее нас, это уже нечто большее. Это то, чего у них никто не просил говорить. Таких выводов никто не просил делать. Итак, мы, просто чтобы зарубки на память сделать, уже упомянули о том, что первое и очевидное их преступление — это то, что они стали докладывать, собрав весь народ, а не доложили непосредственно Моисею, начальнику, который их послал. Второе, с точки зрения Дон Исхака Абарбанеля, то, что они переставили порядок ответов и сделали это вполне осознанно с его точки зрения, потому что если бы даже после всех обстоятельств, которые они описали, которые должны были испугать народ,
народу бы показали замечательные плоды, это могло бы их несколько успокоить и заставить их возжелать эту землю, особенно учитывая, что они находятся в пустыне. И вот сейчас, наконец, третье. Они говорят, что этот народ сильнее нас. Даже оставим в стороне жуткий комментарий, сильнее его, сильнее Бога. Даже сильнее нас. Это уже преступление разведчиков. Это не вам сейчас говорить, не вам вводить народ в панику, сеять панические настроения. Ваша задача – доложить обстановку. А дальше сильнее, не сильнее – это уже решат военачальники и так далее. Тем не менее, они так сказали. И вот как раз в этот поворотный момент Тора уже однозначно выносит свой вердикт. Они стали распускать среди сынов Израиля клевету о стране, которую осматривали. Они говорили: земля, которую мы прошли и исследовали, это земля, пожирающая своих обитателей. Какая-то началась поэзия просто. Кроме того, что там гиганты, которые нас победят непосредственно, и еще что-то. Земля, которую мы исследовали, это земля, пожирающая своих обитателей. А все люди, которых мы там видели, огромные. Мы видели там исполинов, запали они им в память, эти сыны Анака из рода исполинов. И тут замечательная фраза, которая послужила основой для главного, собственно, традиционного комментария к этому всему их докладу. «Мы казались себе кузнечиками рядом с ними, и такими же ничтожными были мы в их глазах». Тут важнейшая психологическая проблема. То есть главное, что сделали ужасного разведчики сами, находясь там, и дальше, поделившись этим наблюдением, этим состоянием со всем народом Израиля, мы почувствовали себя кузнечиками рядом с ними, и такими были в их глазах. Эта последовательность с точки зрения комментаторов не случайная. Именно от того, что они почувствовали себя кузнечиками, от этого и другие считали их кузнечиками. То есть главы народа, вместо того, чтобы дать своему народу уверенность, дать своему народу ощущение собственного «я смогу», сказали сами сначала себе «не смогу», и поэтому в результате и враги считали, что не смогут, и народу дали такое же ощущение. И сработало, вся община подняла плач. То есть мы пока слышали только один голос против десяти. Калиф со своей шапкозакидательной идеей «мы сможем, мы одолеем», и подробный, хороший, замечательный доклад всех разведчиков со всем описанием, с выводами. Понятно, что победила община. Вся община подняла плач, победили эти 10 человек. И целую ночь народ рыдал. А вот эту целую ночь, которую народ рыдал, Балайла Гагу, это самая ночь, вот такое указание со специальным артиклем, это самая ночь, заставила наших мудрецов сказать, что это была ночь 9 Ава. И из-за того, что народ рыдал беспричинно, всего-навсего услышав этот доклад, дальше Всевышний сказал: я вам дам причины рыдать в этот день. И 9 Ава в традиции считается днем особых несчастий. Во-первых, разрушение обоих храмов, первого и второго храма. Но традиция продолжает и находит еще огромное количество исторических обстоятельств, включая, к сожалению, гораздо более близкое и, соответственно, проверяемое нам. 9 Ава был проведен, 9 Ава 42-го, 43-го года были проведены самые кровавые акции уничтожения евреев нацистами. Вся община говорила Моше и Арону: лучше бы мы умерли в земле египетской, лучше бы мы умерли в этой пустыне. Зачем Господь ведет нас в эту страну, если нам суждено пасть от меча? Вот это вот лучше бы мы умерли в этой пустыне исполнилось. Как мы помним, в дальнейшем в качестве наказания за эти 40 дней, которые разведчики придумывали свою напасть, свои клевету на страну Ханаанскую, на землю обетованную, евреи остались в пустыне 40 лет для того, чтобы все поколение, которое было при этом докладе, вымерло. И только родившиеся у них, не испугавшиеся в эту ночь, не опустившиеся духом и не сказавшие: лучше бы мы умерли в этой пустыне, бойтесь своих слов, они материальны. Они все умерли в этой пустыне. Наши жены и дети сделаются добычей. Не лучше ли нам вернуться в Египет? А друг другу они говорили: давайте назначим себе вождя и вернемся в Египет. Бунт. Моше и Аарон пали ниц перед всем собранием общины сынов Израиля. И тут появляется
второй персонаж из, то, что называется, good guys, из хороших ребят из этой группы, Яшуа сын Нуна. Яшуа сын Нуна, которому вообще предстоит историческая миссия. Через 40 лет так и вводить сынов Израиля в землю ханаанскую, вести войны, заставить их пасть эти города и так далее. Вот Яшуа сын Нуна, который до сих пор ничего не говорил, как мы видели, по крайней мере, как мы читаем в Торе. И Калев сын Ефуне, двое из тех людей, что исследовали страну, разорвали на себе одежды и сказали всей общине сынов Израиля: «Страна, которую мы прошли и исследовали, эта страна очень, очень хороша. Если Господь будет благосклонен к нам, Он приведет нас в эту страну и отдаст ее нам, землю, которая источает молоко и мед». Заметьте, они оба не противоречат докладу этих разведчиков. Они не говорят, что там нет гигантов. Они не говорят, что эта страна слабая и так далее. Они подтверждают то, что сказали эти и показали эти разведчики. Это то, что земля очень хороша. Земля, которая источает молоко и мед. Это высказывание, которое стало, собственно, символом земли Израиля. Хочу только напомнить, что мед здесь, с точки зрения еврейского комментария, это не пчелиный мед, а мед от фиников, а молоко – это козье молоко. Потому что в земле Израиля коров до сих пор не очень-то много водится, а в основном там козы. Так вот, они это не опровергли, и не опровергли силу противника. Если Господь будет благосклонен к нам, Он приведет нас в эту страну и отдаст ее нам. То есть, собственно, а что вам сказали, говорят они. Вот тут они пусть не взывают чудесам, которые были в прошлом. Хотя, казалось бы, эта память свежа. Надо сказать, что она будет свежа и через 40 лет. Когда Яшуа бен Нун послал разведчиков, кстати, хочу заметить просто для размышления, тоже очень комментируемое место, Яшуа бен Нун послал всего 2 разведчиков, а не 12. И большой вопрос с точки зрения стратегии, зачем послать такую огромную группу людей? 12 разведчиков. Почему не послать одного или двух, как это обычно делается? Зачем послать такой целый десант? Так вот, когда Яшуа бен Нун послал разведчиков, то там специально указано в книге Иисуса Навина, Яшуа бен Нуна, в книге Яшуа, что жительница этой земли помнила о том, какие чудеса произошли с Израилем по выходу из Египта в борьбе с амаликитянами и так далее. То есть память об этом свежа. Но они к этому не апеллируют. Они апеллируют к вере в Бога не потому, что Он уже показал, а потому, что если на Него надеяться, Он опять покажет. А народы этой страны, не бойтесь, они для нас словно предназначены для съедения хлеб. То есть вы говорите, что эти народы поднимутся и победят вас. Ушла их защита, а с нами Господь. Не бойтесь их. Это был довольно смелый поступок. То есть, и очевидно, что стратегически Яшуа бен Нун не говорил раньше, только потому что понимал, что услышанным не будет. И надеялся, что народ все-таки послушается Калева. Но когда оказалось, что слова Калева ничего не значили, и народ послушался разведчиков, тогда он, собственно, пошел вместе с Калевом на самопожертвование. Потому что теперь они пошли против этого народного гнева, против народного бунта, ведь только что сказано, что народ решил назначить нового вождя и вернуться в Египет. И надо сказать, что это было самопожертвование вполне осознанное, и справедливо они опасались. Вся община закричала «забить их камнями». И что? И тут случилось как раз чудо. У шатра встречи перед всеми сынами Израиля явилась слава Господня. То есть Бог их закрыл от этого гнева, закрыл их неким облаком славы. И вот в этом вакууме народ уже не мог ничего с ними сделать. Дальше Бог разговаривает с Моше о своем гневе и говорит о том, что они в результате пусть не идут в страну Израиля, а пусть идут, ходят вокруг в пустыне, все они, как они и хотели, падут в пустыне. И только Яшуа бен Нун и Калев сын Ефуне войдут в землю Израиля. Калев сын Ефуне получит потом Хеврон. И получит Хеврон с точки зрения Мидраша, потому что всего этого сценария он опасался еще когда ходил вместе с остальными разведчиками по стране, по земле обетованной. И в результате он дошел до Хеврона, и в Хевроне
молился на могилах праотцев Авраама, Исаака и Якова, чтобы Всевышний помиловал свой народ, и чтобы Калев смог убедить народ не слушаться остальных разведчиков. И поэтому впоследствии он получил Хеврон. Через 40 лет, когда вошел в землю Израиля, он получил Хеврон. Вот это вся история. Почитайте внимательно эту главу, потому что мы именно из-за того, что она очень обильно, весьма-весьма говорит именно об этой истории, все прочесть я не мог, потому что это бы заняло все наше время, а прочитал, собственно, какие-то основные вещи, которые мы сегодня обсудим. И обсудим, как это водится в наше последнее время, по нескольким замечательным источникам. Во-первых, по трем томам бесед Любавичского Рэбе, которые мы издали в нашем издательстве «Уроки Торы», том 1, том 2 и том 3. И, как в прошлый раз, все три тома беседы занимаются историей про Минору, так и в этот раз во всех трех томах беседа занимается историей про разведчиков. И поэтому какие-то разные аспекты из двух томов и широкое объяснение из третьего тома мы сегодня процитируем. Для начала вспомним то, что эта история рассказывается потом во Второзаконии, в книге «Дворим», она рассказывается несколько иначе. Вот давайте сравним. В нашей книге, вспомним еще раз, сказано так. «Говорил Бог, обращаясь к Моше так: пошли от себя людей, чтобы высмотрели они страну Кнаан, которую я даю сынам Израиля. По одному человеку от отчего колена пошлите, главных из них» и так далее. Что вспоминает Моисей в книге «Дворим»? Непосредственно перед входом в землю Израиля оставшихся, то есть тех, кто родились потом. Обращается он к общности Израиля, к сынам Израиля. «Но подошли ко мне вы и сказали: пошлем людей перед собой, чтобы разведали они нам страну и рассказали нам о дороге, по которой нам идти, и о городах, к которым нам идти. И понравилось мне слово это, и взял я из вас 12 человек, по одному человеку из колена». Эти два отрывка, связанные с одной историей, объясняют, что какие-то подробности один другой дополняют. Что инициатива высмотреть страну Канаан исходила от народа Израиля. Затем Моше посоветовался с Богом, и тот сказал: пошли людей своих. То есть изначально это была не Божья воля. Бог согласился с желанием людей. То есть, как говорит Раши, пошли их сообразно твоему пониманию. Я не говорю, как поступить тебе, делай, как ты считаешь нужным. И надо сказать, что это вот первая важная деталь в этой всей истории, потому что эта деталь говорит о, в общем, уникальном событии. О том, что и Моисею, и народу Израиля была предоставлена свобода выбора. Это они дальше выбирали, как поступать. Это слово «пошли мне», кстати, «пошли для себя», «шлах лехо», вот оно и послужило причиной того комментария, о котором мы сегодня говорили. Дон Исхак Абарбанель говорит, что «пошли себе» – это то есть посылал Моше для себя, для того, чтобы получить информацию себе. И в этом, соответственно, грех разведчика, когда они эту информацию передали всему народу, Арону там и так далее. Но тут важно, что это с точки зрения вот, сравнительной характеристики того, что написано в «Дворим», во «Второзаконии» и в «Бамидбар», в нашей книге, которую мы сейчас читаем. Это дарование свободы выбора. То есть люди получили выбор. Хорошо ли это выбор? На самом деле самый критичный элемент нашей миссии в жизни – это выбор. Если Бог сотворил человека как существо, не способные ошибаться, то человек бы создал идеальный мир. Человек бы был подобен ангелу. Вот мы все время говорим о каком-то человеке, он как ангел. Но важнейшее отличие человека от ангела – это свобода выбора. И эта свобода выбора, она с одной стороны ведет к тому, что человек венец создания, и в еврейской традиции часто в Мидраше, и в Талмуде, и в Кабале проводится сравнительная характеристика людей и ангелов всегда в пользу людям, в пользу людей.
как есть знаменитый мидраш о том, что ангелы предъявляли претензию Богу, почему людям дается Тора на горе Синай, а не ангелам. И тогда Всевышний предоставляет слово Моше, Моисею. И Моисей говорит: разве вы выходили из Египта, чтобы говорить: я вывел тебя из Египта, то, что сказано в Торе, да, в первом речении 10 скрижалей. Разве у вас есть отец и мать, чтобы почитать их, о чем тоже сказано в этих скрижалях, и так далее. То есть для того, чтобы исполнять Тору, для того, чтобы Тора как указание, как закон имела смысл, у народа должна быть свобода выбора. Потому что иначе это никакой не закон, иначе это предложенные обстоятельства, куда, из которых не выйти. Ну, в Торе не содержится указание «дышите», в Торе не содержится указание «питайтесь». Человек не может не дышать. Вот точно так же ангел не может не исполнять волю Господню. Он своего рода зомби, он своего рода запрограммирован. Человек, в отличие от этого, не запрограммирован. И эта свобода выбора, которую получает здесь Моше и передает народу Израиля, она плохо закончилась. И она не могла плохо не закончиться, потому что выбор, скажем так, не могла не закончиться вариативно. Либо плохо, либо хорошо. Вариативность – это страшное дело. Вариативность, выбор – это страшное дело. Но именно в нем смысл. Кроме того, Ребе в этой беседе обращает внимание на то, что Моше говорит: «осмотрите страну». То есть это еще один из ответов на вопрос, в чем же ошиблись разведчики. Очень важный вопрос. Я хочу просто оговориться, что когда мы говорим, в чем же ошиблись разведчики, мы всегда должны помнить, что эти разведчики – это лучшие представители своего народа. Это 10 ошибившихся глав колен Израиля. Мудрейшие, богобоязненнейшие и так далее, и так далее. Практически пророки. Как они могли так ошибиться? Это главный вопрос. И вот один из ответов – это Моше, посылая разведчиков, как мы уже читали, велит им высмотреть природу, качество почвы, силу обитателей. На все эти вопросы они честно ответили, сообщив, что видели. Но Моше предварил свое указание словами: «осмотрите страну». Осмотрите. Почему? Почему так важно именно это слово? Не изучите, а осмотрите. Потому что зрение – это не просто способность человека видеть, не просто один из органов чувств. Слышать, обонять, вкушать или прикасаться к чему-то – значит воспринимать. Собирать сведения, которые сообщают нам о природе и характеристиках того или иного явления. Что-то увидеть – значит почувствовать это, испытать это. Когда мы говорим «я это видел», фактически мы хотим сказать: это правда, испытанная мной в полной мере. И убедить меня в чем-то другом вы не можете. Это не было мне кем-то доказано и, соответственно, не может быть опровергнуто более сильными аргументами и доказательствами. Я сам это видел. Для меня это реальность. Поэтому, когда Моше сказал им смотреть, то есть видеть, он говорит другими словами: я вас посылаю не для сбора данных, я посылаю вас как разведчика в самом буквальном смысле этого слова. Ваша миссия – осмотреть и увидеть. Я посылаю вас стать глазами народа Израиля. Посредством ваших глаз весь народ получит абсолютные и недвусмысленные сведения о его божественном наследии. И именно их глазами весь народ имел возможность познать реальность, поколебать которую не могут мирские данные, пусть самые противоречивые и угрожающие. То есть они должны были увидеть некую суть этой земли, вглядеться в суть земли обетованной. А они вместо этого смотрели вокруг, смотрели по сторонам. Вот увиденное ими, если бы они вгляделись в суть, могло бы опровергнуть все страхи, которые были перед народом Израиля. Однако они оказались, к сожалению, представителями своего народа, того, который их послал. Они тоже увидели, но не усмотрели. То есть они смотрели, но не видели. Вот еще один взгляд, и мы перейдем к главному ответу на вопрос, а почему, собственно, разведчики так ошиблись? Что привело их в отчаяние? Мы читаем подробный отчет разведчиков. Они говорят, что не смогут завоевать эту землю, поскольку силен народ, живущий в этой стране, и города укрепленные очень большие. Разведчики утверждали, вспомним, не можем мы идти на народ тот, ибо он сильнее нас. Вспомним,
что говорится в трактате Сота, то, о чем мы говорили, сильнее нас, это сильнее его. В чем значение этого? В чем значение их страхов? В чем смысл того, что они сказали? Мы приводили сегодня взгляд Дона Исхака Абарбанеля, очень интересный, вкратце и пунктирно. Этих комментариев очень много, но учитывая уровень разведчиков, учитывая их духовный уровень, их нравственный уровень и так далее, давайте обратимся к возможной трактовке их страхов, исходя именно из этого. Разведчиками с этой точки зрения руководил страх не физического поражения, а поражения духовного. Дело в том, что пустыня как таковая, она символ. Надо сказать, что этот символ присущ вообще человеческой цивилизации. Отшельник в пустыне – это святой человек. Это человек, который полностью удалился от мира, от мирского, от плотского, от вожделения, от бремени и страстей человеческих. Он отшельник. Это такой святой человек. И надо сказать, что Рамбам, например, говорит о том, что когда человека преследует безбожная власть, то на каком-то этапе он должен уйти в пещеры и в пустыню. То есть то место, где нет людей, то место, где нет соблазнов. Особенно, когда речь идет о той пустыне, в которой были сыны Израиля. Пустыне, в которой нужды каждого еврея удовлетворялись непосредственно дарами самого Бога. Людям не приходилось работать, чтобы иметь пропитание. И хлебом была манна небесная. Манна небесная, которая стала символом мечтаний человеческих, фантазий человеческих. Вот бы была манна небесная. Воду они брали из источника, который передвигался вместе с ними, который называется источником Мирьям. Их одежды, как написано в Ялкут Шимоне, в Мидраше, и Раши приводит этот Мидраш, не нуждались в ремонте, не ветшали. Владение землей Израиля означало новый уровень ответственности. То есть они должны войти в землю, войти в мир, войти в тревоги всего плотского, всего материального. Манна больше не будет выпадать. Хлеб придется добывать только собственным трудом. Труд приходит на смену божественным чудесам. А вместе с трудом появляется опасность новых настроений. То есть что это значит? Они не боятся труда как такового. Это разведчики, это вожди народа Израиля. Они боятся войны как таковой. Они видели, что Господь на стороне своего народа. Они боятся, что эти заботы изменят духовный уровень их народа. Что земледелец и воин не могут быть настолько сосредоточены на Божьей воле и на тому подобном, как человек, который находится в пустыне, который ни о чем не беспокоится. И вот эта духовная тревога, она больше всего выражается в этих словах. Это страна, губящая своих жителей. То есть это страна, которая поглотит всю их энергию. Это страна, которая сделает их людьми, которые больше занимаются, или даже все время занимаются своими заботами о пропитании, заботами об опасностях и так далее, и поэтому мало думают о Боге. Это понятная, четкая и распространенная позиция. И ошибочная. Они были все же неправы. Потому что целью жизни по законам Торы является не возвышение души. Всевышний дал Тору на горе Синай не для того, чтобы люди стали лучше. Он дал Тору на горе Синай для того, чтобы мир стал святым. Цель каждой заповеди – это создание жилища для Бога в этом мире. Мы можем найти рациональное зерно в аргументах разведчиков. Те чудеса, которым они были свидетелями, не помешали им сказать о кананейцах, они сильнее нас. Именно потому, что народ Израиля был спасен, защищен, само существование этого народа поддерживалось благодаря чудесам, они могли посвятить всю свою жизнь Богу. Но в стране, где ради каждого блага необходимо работать, их духовность может снизиться, оказаться пораженной. В их глазах чудеса не были достаточной причиной, чтобы уверенно войти в обетованную страну. И вспомним, Калиф не говорит о том, что чудесным образом они победят. Калиф говорит, что мы сможем, мы справимся. Даже воюя, мы сможем остаться преданным Всевышнему народу.
На самом деле чудо, скрытое в природе, является большим чудом, чем сверхъестественное. То, что говорит Калиф, то, что отвечает им Калиф, мы сможем, мы одолеем. Это то, что он обещает своему народу, или он верит сам, в то, что на самом деле по-настоящему Божье чудо проявляется в повседневной жизни. Что если в этом мире появляется некое сверхъестественное чудо, это не есть порядок вещей. Это не есть то, как этот мир задуман Всевышним. Есть ежедневное чудо. И автором этого чуда, соавтором этого чуда являешься ты сам. Зарабатывая честным трудом, ведя честный бизнес, да, как сказали наши мудрецы, когда человек попадет на высший суд, первый вопрос будет, честно ли ты зарабатывал свой хлеб. В этом смысл, в этом чудо творения, в этом чудо существования на земле. И он им говорит, давайте поднимемся, давайте действительно поднимемся. И он наследует землю. Вместо того, чтобы бояться, что она выше нас, что она нас поглотит, давайте над ней приподнимемся. Но для того, чтобы над ней приподняться, надо на нее зайти. То есть есть две стратегии выживания духовности. Одна стратегия – это уйти от земного, другая стратегия – это подняться над земным. И вот эта стратегия, которую говорит Калиф, единственно верная стратегия, говорит оставаться над, но будучи в. То есть быть просто над, вне чего-то, это не фокус. Фокус в том, чтобы оставаться человеком в окружающих обстоятельствах, поднимаясь над этими обстоятельствами, не пользуясь легкими решениями, которые всем своим существованием провозглашают силу, провозглашают то, что тот, кто сильнее, тот и прав, оставаясь человеком, в этом смысл существования. И мы понимаем, конечно, что этот подход, этот спор, он не закончился. Этот спор никуда не делся. И сегодня мы видим, что есть две стратегии духовного выживания. Одна – это уйти от всего мирского, стать монахом, уйти в монастырь, или, как это принято в Израиле, сидеть, провести всю жизнь над изучением Торы. Речь идет о десятках тысяч людей, сотнях тысяч людей, может быть, сейчас. Почему? Потому что это способ выживания духовности. Потому что нет вокруг соблазнов. Потому что нет вокруг всего того, что человека заставляет постоянно думать не о Боге, а о внешнем. Но в этом ли цель? В этом ли смысл? Да, в результате ты проживешь всю жизнь в неком подобии праведности. Но ты для чего ты родился? Кстати, вопрос, для чего ты родился, это важный вопрос в еврейской традиции. И наши мудрецы говорят, вопреки своему желанию ты живешь. То есть человек, который может сказать, моя душа пребывала в хрустальном сосуде, у престола славы Всевышнего. Я верю в вечность души. А это бренное тело, которое меня заставляет постоянно склоняться в какие-то, не в ту сторону, что называется. Вот этот ответ, для чего ты живешь, для того, чтобы это тело осветить. Потому что чистоты твоей души недостаточно. Есть известная шутка о том, что некий раввин объясняет, почему в наше время есть столько кардиологических проблем у евреев. Поскольку часто мы слышим, я еврей в сердце. Но вообще-то твое еврейство, твой иудаизм должен быть расположен во всех органах. Если ты даешь слишком большую нагрузку только на сердце, заменяя им все остальное, то сердце не выдерживает, понятным образом. Нет, в твоих ногах должна быть божественность, в твоих руках должна быть божественность, в твоих устах, в твоем мозге, во всем тебе должна быть божественность. Все твои помыслы должны быть освящены святостью. И вот тогда твое тело находится в правильном месте, и оно не зря было в этом мире. Равин Штензальц в своей книге «Вечный мир» довольно остроумно замечает, что опасность физического мира в том, что он может затянуть человека и уже не отпустить. Поэтому, вступая в землю обетованную, необходимо удостовериться, что этого не случится. Как видно, Иешуа, тот самый Иешуа, который здесь говорил, что мы сможем, мы победим, Бог будет с нами, сам не слишком преуспел в выполнении этой задачи. По крайней мере, его успех оказался краткосрочным. Уже в период судей,
страна Израиль действительно стала пожирающей живущих на ней. То есть разведчики правильно опасались. В течение 4 столетий она словно поглощала народ Израиля. Этому можно привести немало примеров из Писания. Такова история о домашнем святилище Михи, в котором стоял кумир, а служение осуществлялось его собственным священником. Затем святилище это было отобрано коленом Дана и стало культовым центром на территории Худела. Когда страна пожирает живущих на ней, духовность предыдущих поколений, все возвышенные порывы молодости исчезают, как дуновение ветра. А как же, ведь надо пропалывать огород и доить коз. Но все-таки народ Израиля должен был вступить в страну, ибо такова была цель исхода. То есть разведчики не просто логично рассуждали, они в определенном смысле пророчествовали. Они в определенном смысле предрекли все то, что случится с народом Израиля. И боясь это, хотели каким-то образом это избежать. Но вместо того, чтобы дать своему народу мужество, вместо того, чтобы дать своему народу силы, они его запугали. В результате он не вошел в землю Израиля. А кто знает, если бы он вошел, вдохновленный своими вождями, может быть, не было бы этих 400 столетий плутания еврейского народа по разным чужим святилищам. Надо сказать, что в этой же главе, непосредственно после всей этой истории, приходит заповедь, рассказывается о заповеди Цицит. Заповедь Цицит – это заповедь четырех кистей, которые следует прикреплять к своим одеждам, к своему плащу. В наше время это талит, но и талит изначально, или в греческом произношении талиф, это плащ, любой плащ. Сегодня вы увидите религиозного еврея, соблюдающего еврея, молящегося в талите, в большом талите. Но если вы присмотритесь, то среди соблюдающих евреев принято носить малый талит все время под рубахой или на рубахе, чтобы все время с ним были эти четыре кисти. Слово цицит происходит от слова видение, кисти видения. Почему? Потому что в Торе сказано, что человек должен повязать эти четыре кисти для того, чтобы постоянно вспоминать, видеть, смотреть на них и вспоминать о Боге. И вот Раби Менахем Мендел Цемах Цедек, третий Любавичский Рэбби, в своей замечательной книге «Дерех Мицватеха», когда говорит об этой заповеди, он непосредственно связывает грех разведчиков с этой заповедью. По сути, логически рассуждавшие разведчики оказались лжецами. Так пишет Талмуд в трактате Сота 35а. Земля это в самом деле глотает своих обитателей. То есть эта земля и вообще земля действительно может поглотить человека, сообщая им, человеку, ощущение ничтожности. То есть, находясь в пустыне, человек получает непосредственно из десницы Господней. И это какой-никакой контакт постоянный с Богом. Как написано, что последняя кухарка не управляла государством, но была на уровне пророка. И это ощущение, оно, в общем, было дано евреям пустыни, как никакому другому поколению после. Земля, когда ты зависишь от урожая, когда ты должен полоть, когда ты должен воевать и так далее, оставляет впечатление собственной малости, как мало от тебя зависит, как мало тебе дано на самом деле, как ты должен бороться за свое существование. И это приводит к состоянию малости, к собственной малости, поглощает, то есть поглощает твою гордыню. И хорошо, говорит Раби Цемах Цедек, тем самым она не уничтожает, а оживляет. То есть они правильно узрели. Эта земля поглощает, поглощает твое «я», твое эго. Поэтому в ней надо быть, чтобы таким образом бороться со своим эго. И вот этому помогает, поэтому нужна заповедь об этих кистях. То есть во время тяжелых бремени всех материальных забот и так далее. Когда хочется урвать свой кусок. Когда кажется, что в большой семье глазами не хлопают. Ты смотришь на цицит и вспоминаешь, что есть Бог. Ты помнишь, что в этих всех заботах с тобой все равно есть Бог. В отличие от пустыни, где этого не надо было вспоминать. Утром проснулся, выпала манна небесная. Посмотрел на одежду, она не ветшает.
в нашей мирской постоянной жизни должно быть напоминание в этой малости, в этом ощущении собственной малозначительности. Надо все время вспоминать о Боге. И вот для этого нужны цицит. Это такой эликсир, который и должны были дать разведчики. Это разведчики должны были, описав то, что их просили описать, дать своему народу веру, дать своему народу ощущение, что даже в самых сложных ситуациях с нами Бог. И вот именно так об этом говорит раввин Джонатан Сакс в своей книге «Уроки лидерства», которая тоже у нас недавно вышла. «Лекарство от страха, как неудачи, так и успеха, можно найти в пассаже, которым завершается эта глава, в заповеди о цицит». Что он тут говорит по поводу успеха? Это то, что во Второзаконии Всевышний говорит, что разжиреет Ешурун, разжиреет народ Израиля и забудет о Боге. Потому что материальность, она заставляет человека забывать о Боге, когда слишком много надо зарабатывать, слишком много сил надо вкладывать в ежедневное зарабатывание. Есть знаменитая притча, очень хорошая, когда душа спускается в этот мир и не хочет, особенно, конечно, из своего рая, из своего пристанища душ спускаться. Его уговаривают остальные и непосредственно ангелы, что, конечно, стоит спускаться, потому что здесь это школа молодого бойца. Вот, ты спустишься в тот мир, и для того, чтобы зажечь много-много света во всех мирах, включая вот это помещение пред престолом славы, достаточно исполнить любую заповедь. Здесь никаких заповедей у нас нет. А там взял лозу виноградную, благословил в субботу на вино. И таким образом ангелы поют. Вот взял шерсть козью, сделал из нее цицит. Таким образом свет зажигается. И вот это дал бедному монетку. И небеса радуются. В общем, это клондайк. Ты отправляешься в место, где можно заработать огромное количество прибыли. Огромную прибыль. Ну, душа окрыленная летит. А по дороге встречает душу, возвращающуюся после окончания земного срока в свой мир душ. И душа эта выглядит плачевно. Избитая синяками, грязная, черная. Наша новенькая душа не понимает, что с тобой случилось. Говорит, ну, что с тобой случилось? Я была в этом ужасном мире. Как ужасно? А лоза винограда, небеса ликуют, а монетка бедному. Говорит, монетка, а где ты возьмешь эту монетку? Ну как где возьму? А где ее беру? Говорит, надо заработать. Ну так заработаю. Вот пока заработаешь, вернешься такой, как я. То есть разведчики опасались одинаково и того, чего опасался сам Моисей во Второзаконии, что народ разжиреет, что когда нам все будет удаваться, и мы всех победим, у нас возникнет впечатление, что нам, в общем, как сказал один израильский полководец, я не прошу помощи Бога, главное, чтобы не мешал. И это ужасно. А с другой стороны, и от того, что люди будут полны забот, как эта душа, которая возвращается, тоже ничего хорошего не будет. Вот лекарство от этого страха можно найти в заповеди о цицит, говорит раввин Йонатан Сакс. Нам заповедно делать кисти на углах нашей одежды, вплетая туда синюю нить. В древности надо было вплетать особую нить, которая была выкрашена в тхелет, в такой лазурный цвет особого моллюска, который, как в одной из лекций в нашем клубе, весьма интересных, поищите ее, объяснял раввин Исраэль Баримбаум, как только совсем недавно обнаружили этот моллюск, и, в общем, по его мнению, уже сегодня опять можно вплетать эту нить. В древности этот рецепт был утерян. И утерян, и так как этот моллюск был слишком дорогим, то римские власти запрещали его использовать. Он был в их красной книге, потому что это был символ власти и так далее. Так вот, этот синий цвет – это цвет неба и Господа. Почему Господа? Сказано, что когда евреи видели трон Бога, он был как лазурный трон, как небесного цвета. Синий цвет, который мы видим, поднимая глаза к небу. По крайней мере, в Израиле. В Англии, где живет раввин Сакс, и у нас тут можно чаще увидеть тучи. Однако речь идет о стране Израиля.
Привыкая устремлять взор к небу, мы преодолеваем свои страхи. Вожди, лидеры дают людям уверенность, научая их смотреть вверх. Мы не станем кузнечиками, пока сами себя не считаем таковыми. То есть главный грех разведчиков – это их нежелание подняться самим и поднять свой народ над материальными трудностями. Их непонимание, что в этом смысл. Их незнание, что от них зависит, от глав народа, от власти как таковой, зависит поднимание своего народа. Не опускание его на уровень кузнечиков, а на поднимание его понимания к пониманию, что если мы захотим, мы все сможем. Мы сможем возвыситься над материальными трудностями, мы сможем возвыситься над опасностями и остаться людьми, которые служат Богу. Не будем повторять грех разведчиков. Каждый день смотрели на цицит или вспоминаю эту историю. Давайте просыпаться с уверенностью, что мы сможем. Что да, впереди есть трудности, что наша жизнь полна забот. Но если ты уверен, что ты сможешь, а эта уверенность дарована нам Торой, дарована нам Всевышним, то ты и правда сможешь. Успехов и до следующей недели.